Всем привет, друзья! В этом году мы побывали в отличном месте, которое называется холодильник. Находится в 25 километрах по Ленгерскому шоссе в сторону от Чимкента. 18 минут, и мы вот оказались рядом озера Тогус. Есть специальные, ну, есть столики, топчаны, можно отдохнуть, поплавать в озере. Вот беленький песочек, можно походить по горячему песочку босиком. Приятная такая атмосфера. Главное, можно спастись от летней жары. Дети, очень много детей тут. Дети тоже радуются. Это все озеро Тогус. Ну, вода немножко прохладноватая, но когда начинаешь купаться, уже привыкаешь. Топчаны есть, которые можно снять, топчан. А вот, вот здесь вот топчаны. Тоже надо, там соответственная стоимость, тысячу тенге в час было сейчас, ну, меняется же цена. Вот это бар, и идешь приятно, песочек беленький. Это вот креативные фотозоны, можно сфотографироваться. Бар, в баре много вкусной еды. Напитки есть. Вот там тоже столики, где можно расположиться. Та вот сцена виднеется. Вот здесь вот можно баскетболом позаниматься, поиграть в баскетбол. Вот это вот еще раз креативную фотозону показываю. Это как будто бы хвост русалки. Много молодых людей здесь. Зона отдыха пользуется спросом. Можно отметить день рождения, можно отметить корпоратив. Ну, само собой, отдохнуть всей семьей, приехать. Вот это вот вход в парк.
Ну, вот с камня примирения даже есть. Рыбка. Детки рыбу ловят. Можно взять вот эти спасательные жилеты.